Всем привет! У нас сегодня какой день? Четверг. В общем, мы с Дианушкой. Я закончила свою деятельность на сегодня. И говорю Дианке, давай пройдемся. Ашким работает. Мы сегодня в сутках. Мы же опять будем закрыты в связи с тем, что там будут сдавать экзамены дети. Нос что-то чешется, прям не могу. Будут сдавать дети экзамены, те, которые лисы окончили там в универ, высший вуз. И в связи с этим будем мы закрыты, по-моему, и субботу, и воскресенье. Говорю, давай пройдемся, сейчас опустимся. Муж работает, соответственно, у меня нет второй смены. То есть я не готовлю еду. Я вчера, честно говоря, так убилась. Приготовила сатэ с курицей. У меня была такая какая-то большая грудка куриная, и я думаю, я же ее уже разморозила, что ж мне с ней сделать? Думаю, сейчас я ее быстренько блендерну, лучочка, обжарю фаршиком и сделаю таких типа растягаев. Быстренько тесто загульбенила, фаршик. Короче, все готово, раз-раз-раз, тесто у меня подошло, я его в духовочку, потом еще даже рулет такой сделала, короче, мужу на работу отдала. И еще ж у меня огурцы, мы были на рынке, я взяла 3 килограмма огурцов, уже ж начинаю все делать туршу. И я вчера, хотя эти туршу делать несложно, поскольку банки пластиковые, пластиковые банки, все это тык-тык-тык поукладывал. Люди пройдут. Но все равно замахалась. Короче, вылезла с кухни чуть ли не на коленях уже. Знаете, я чувствовала, что я уже на коленях ползла. Вышла и лежала, отдыхала вечером. Да то я включилась, короче, мы тут прошлись, я взяла там пижаму Диане и мужу взяла шорты. Ну, такие, знаете. В принципе, можно и по улице ходить, не обязательно домашний, но просто цвет там такой персиковый. И поэтому не знаю, захочет ли он на улице. Ну, по крайней мере, по дому захочет. Я что-то так, цена так приглянулась мне. Я думаю, да пойдет, по дому всегда все нужно. Вот, даже если цвет не понравится ему. Мне понравилось, приглянулся, такой прям аж, ну, такой классный, насыщенный, симпатичный. Вот, и Дианке пакет отдала. Говорю, Диана, сбегай, положи его, чтобы мы не тянули тогда в центр. И она пошла, побежала. Сейчас киданет его и, короче, вернется. Я ее жду. Мы с Дианусиком, короче, зашли в рынок. Сами не знаем, зачем, просто пошариться. Может, что-то... Или на что-то упадет глаз. Время, конечно, сколько? Время часов 5 вечера. Или 6 час. Людей здесь много. Золотые. А я все хожу, думаю, что бы перекусить. Давай, иди. Да, туда идем, Диана. Чего перекусить такое? Пока что никаких идей нет. Гляньте, какая красота. Золото. Что, Дианка, насмотрелась я что-то? Вот, видите, сейчас вот такие сумки, вот они тоже стоят, вот, как мы Диане купили. Оказывается, такой фасон сейчас все носят, ну, я имею в виду молодежь. Так что это мы Дианке удачно купили. Вон, видите, несет. Куда мы, Дианусик? Дианусика куда-то меня ведет. Диан, куда мы? Не знает.
Ну, потому что я не знаю. Ой. Ну, это мы идем на выход. Ты в курсе? Идем на выход. А что там? Обувь. Не знаю, мама. Поет. Канарейки заливаются. Тут Диана тут хочет, мы когда-то покупали ей кружку шупилулиуму. Вот, и хочет продублировать ее. Ей тогда помог разбила. Хочет купить. Грустные воспоминания на меня нахлынули. Нет, не здесь. А по-моему и здесь. Вон, видишь, ты. Нет, покупали не здесь. Вон картинка даже есть этого шупика. Вот здесь. А, вот здесь. Да. И он тут. Вот они, видите, вот он. Ой-ой-ой-ой-ой, Диана придерживает. Сейчас как? Некадар, бардак? Ерми. Будешь? Да. Только осторожно. Этот даже светлее, тут был какой-то черный, да? Да тут, видите, тут с одной стороны у меня был шупи, а с другой стороны была вот эта. А, угу. А это он так. Диана, купи. Она помог, я разбила год или полтора назад. Она до сих пор помог. Вот такая, ты меня разбила. Это не такая. Ну так это же он. Нет, не такая. Мне форма не нравится. Ну, Дианусик, ты извини. Ну поставь как-то подальше. Не дай бог, как упадет Диана. Тоже хотела. Боже мой. 20 лир, короче, такая кружка. Смотри, там нету. Нет. Ну пошли все. Не то, значит, не то. Пойдем. Здесь уже закрылась лавочка, тоже была, продавали. Ну там не было. А по-моему здесь была. Все, будем выходить. Мне команду дали, разрешили, значит будем выходить. Куда, Диана, тогда путь держим? Торговый центр, а куда там именно? Только давай. Диан, давай, только может быть присядем, что-нибудь покушаем, а потом пойдем. Я так есть хочу, не могу. Ой-ой, сзади мотоцикл. Сходи, Диана. Я чуть не подпрыгнула от страху. Блин, не крути мой палец, не выламывай. Я просто сама его задрачу, мне его потом укрепится. Так, мы я вот так, если мы сейчас прямо пойдем, мы выйдем на старую Антакью. Слушай, этот стоит манекен, я же испугалась. Куда пошли? Выйдем на старую Антакью, Диана, я тебе говорю. Или это а на выход? Где? Куда я знаю? Что я поняла. Короче, выходим. Дианка меня держит, как маленькая дитина. Ухватила за футболку меня. Я эту маску натянула, здесь людей стало больше. Теперь дышать невозможно. Два брата акробата. Один заметь темнее, другой. Пошли, пошли, пошли. Ты шикердер. Быстро продаешь. Но он занимается, продает этих цыплят. То у него же были вот эти все разноцветные, Диана, остались только желтые. Ну да. Да 100%. Бедные цыплята. За ним так издеваются, красят. Ужас. Я считаю, это все, смотри, вышли на сторону торгового центра. Персики классные. Это профи Алла уже знает, да. О, бананы по 8,50. Все, здесь маску можно подснять. Почем тут? По 6 черешни. Блин, она уже хоть без мяса? Или уже с мясом? $3.50. Этот, Ерли говорит. 3,50. Блин, забыла, как это, нектарин. Мы последний раз на рынке, короче, купили этот персики. Боже, какие они вкусные. Такие сочные просто. Ну вот их неудобно есть. Они текут по локтям везде. Похлеще арбуза, если такие сочные. Если, конечно, суховаты, то они не такие сладкие. Ну, что не повесили фотку? Не знаю. Умер, наверное. Тебя не забудем, ты в нашем сердце.
Ну, наверное, хозяин того магазина умер. Повесили его, чтобы все помнили о нем. Все. В общем, мы вышли, направляемся в торговый центр. Если будет что-то интересное, покажем вам. Мы, короче, зашли с Дианой в Мигрос. Перекусили там наверху. Тут всякая барахлишка. А что это? Я понятия не имею. Ну, лампочка, наверное. Ой, вот эти штуки глянь. А, их тут по две, да? А почем? О, вот это здорово, посмотри. Диана, посмотри, почем вот эта фигня. Вот это. Тут нету ее картинки. Глиняная. Поищи, может, с твоей стороны. С моей стороны точно нет. Там какие-то фонари. Разукрашки. Всяко разное. Ой, я тут и взяла. Короче, мне все надо. Я не знаю зачем, но мне все надо. Давай, пошли дальше. Давай там двигаться. А что ты хочешь смотреть? Скажи. А, просто ищет что-то того, что Диане могло понравиться. Диана, нет, давай обойдем. Слушай. Хорошо, нашла свое любимое мороженое. Диана, послушай, мы все обойдем, и когда будем уже приближаться к кассе, ты пойдешь и возьмешь. Оно же растает. Я знаю. Ну вот, сейчас посмотрим. Я посмотрю да, себе. Ладно, может не брать. Я Активия. Нет, тут берешь и возьмешь. Заставила меня тогда морожка съесть. Слушайте, вот Активия, я вам сейчас покажу. Вот это? Да, да, да. Ну, не доставай, я покупать не буду здесь. Просто... Смотрите, с инжиром. Боже, оно божественно вкусное и с орехом. Я настолько люблю Активию, но вот это самое вкуснющее, которую я ела. А вот с гранатом, видишь? А с гранатом ты еще у нас не ела. С кокосом? А что с вот это? С кокосом и абрикосом. А то манго. Манго и... Манго, это вот гранат с чем-то, малина, яблоко, что ли, или груша, кокос, манго, понятно, вот какой-то йогурт, а, это, наверное, эти, бактерии. Типа делать, нет, написано, делать, дома дрожжи. Делать очень легко. Бактерии, да, понятно. Я вот это Активию обожаю, очень часто себе покупаю, с инжиром, так вообще, но здесь она сейчас дорогая. А вот сюрк, смотри, Диана, открой, пожалуйста. Вот у нас, видите, и кстати, и в Биме, и вот 6,65, вот такой вот сюрк. А это 9,10, да, сюрк? Да, сюрк вот такой вот, видите? Шарики. Ну, вот этот, в принципе, нормальный. Я раньше часто его покупала. Все, закрывай. Выходим дальше. А все остальное, как обычно. Так, посмотрим, что Дианка там хочет себе на глазок, чтобы ей упало. А это что? А, лор пионер. Иногда, знаете, вот этот чокелек, ну, который не такой, как лор, немножко вкусом другой. Короче, есть тут все, все, что душе угодно. К сожалению, мама не все, что душе угодно. Но только Диана не находит, то, что ей нужно. То, что Дианы на душе угодно, нет. Боленька огромная. Угу. Да я вот не знаю, как это. Непонятно. Гюллач. Вот, гюллач, вот, Диана. Вот. Заготовка какая-то. Наверное, нужно из нее там чем-то смачивать. А вот все эти кадаифы. Да. Тоже. Тоже это все заготовленное. Туда, допустим, этот грецкий орех закладываешь и все это опускаешь в эту щеру. А потом мороженое. В щербет опускаешь. Ну, например, да. Например. Или вот такие вот тоже. Тоже заготовленные все вот эти кадаиф уже готовые. Высушенное такое тесто кадаиф. Ага. Соус песто. 18 лир. Вот такая маленькая баночка.
Песто. Что тут еще есть? Бальзамик. 19. А это табаско? Это не табаско, Диана, а джисо. Не это знаю. Я не знаю, но как похоже на табаско. Помнишь, тогда Женя покупался? Кноры да. Какие-то. И фирма Кнор. Вот видишь соевый соус? 19 лир. 18. Как? Ну, соя сосу. Ну, правильно, соевый соус. Ну, блин. Соя сосу. Соевый соус. А что это такое зеленое? Лимон сую. Лимон сую. Типа, ну, маленькая баночка. Большая не нужна. Ну да, мне большая не нужна. Я купила вот эту огроменную. Теперь хоть не знаю, что с ней делать. Что? Мы уже с Дианусечкой, в общем, возвращаемся. Слушайте, а здесь прям затягивает, видите, небо. Я говорю, давай ускоримся. Хотя по плану, по прогнозу не должно быть дождя, но... Ну-ну-ну, что так тучи натянуло резко. Слушайте, и ветер прям такой подул, ну вот реально холодный. Хотя я говорю, такой обнимающий прохладный. Все ж потемнело. Сейчас вот там, Дианусик, перейдем и уже будем направляться в сторону дома. Нагулялись, пошарились везде.